Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришло из Поднебесной два пакетика в одном большом желтом пакетике, а именно аккумулятор для телефона Motorola Razr UE3. То есть стандартная аккумуляторная батарея, он BP50, которая находится непосредственно рядом с телефоном. Пришли вот в таких упаковках. Так, одну упаковку мы отодвинем. Так, ну и давайте оживлять данный смартфон, телефон непосредственно этим аккумулятором. Так, вот такой вот аккумулятор. Можно даже сопоставить. Давайте оживлять данный легендарный смартфон непосредственно этим аккумулятором. Так, ну и как видим, он оживился. Так, единственное, просит ставить симку. Ну и на данном варианте, то есть, аккумулятор, ну, практически заряжен на 100%. То есть, у нас показывает соответствующая виска. Вернее, соответствующий индикатор непосредственно на экране. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.